Всем привет, вы на канале Даня Ваня. Сегодня я вперед хочу подвести итоги собаки за 5 лет, Шарпею. Как она меняется, а становится такой же. Ну, во-первых, внешне она меняется, становится больше, это да. И морщинистость у собаки, потому что маленькие они более такие все морщинистые, вот эти, все как, знаете, вот Шарпея самого матная, это маленькие. Вот эта коцолапость и полностью, знаете, вот как плюшевый такой полностью. Вот, с возрастом это проходит, и рядом собака, ну, не такая. Все, ну, сейчас тоже она, ну, у кобелей морда и тело, а у девочек поменьше, намного, рядом. Вот. Настойчивость. Собака, настойчивость так и остается, как с детства. Вот, даже я, даже не знаю, это настойчивость или упрямство. Вот, честно, я вот часто думаю над этим. Вот, потому что вот что-то увидит, все, упрется и будет стоять, вот как осел. Его не сдвинешь с места, можно только вот так вот силой тянуть, и все. Вот только так, а так никак. Вот сколько, вот это не только моя собака, вот многие, я вот замечаю, шарпеи, такие же вот у них. И маленькие тоже, они не, маленькие, нетрусливые, взрослые становятся вообще, это лидер собака, вот даже их больше ее, там, собака в 3-4 раза, хоть маленький был, не отойдет. У других, смотрю, там, раз-раз, а эти не, подойдет, вот, станет и все, укусят все равно, потом вот на грабли наступает это постоянно. Вот такие они, шарпеи. Что еще хотелось бы? То, что храпят они, да. Вот это остается и в 5-летнем возрасте, и маленькие, но маленькие храпят намного больше. Вот, взрослые храпят. Еще, ну, пукаю тоже у них остается это, ну, знаете, я пробовал даже вот разной едой кормить собаку, вот, потому что мне многие ее могут сказать там, собака что-то ест. И сухой корм, разный пробовал, и натуральный пробовал. Все равно собака вот может раз ну пукает, но все равно, знаете, она лежит, распукнет, она тихо, она не громко это делает. Вот. Потому что если вы где-то далеко, она потом уйдет, вы можете даже не заметить. Ну, как до нее запах начинает доходить, она так тихонько. Бывает, смотрит по сторонам, бывает вот эта уматность у шарпеев, начинает коситься, вот, глаза никто не видел, раз я пошел отсюда. Ну да, хитринка у них, вот эта азиатская, все равно остается на всю жизнь, вот, ну, знаете, вот, уматно, конечно, вот, шарпи, сколько вот, лет 5 лет собаки, вот, мы ее взяли в 3 месяца, и вот собака, ну вот, не постоянно чему-то удивляюсь. Это, знаете, вот как вот энциклопедия. Что-то познаешь постоянно. Нет такого, что ты оп, все, узнал. А собаки все. Вот. Выносливость у собаки все больше и больше становится. Она сильнее становится. Если вы ее особенно тренируете, вот я свою там зимой детей катаю, взрослого катает, троих потянет свободно, но собака становится намного сильнее. Ребенок ее потом удержать не сможет. Даже, знаете, вот у меня сыну 10 лет, занимается спортом, удержать собаку не может. Вот, тяжело. Жене тяжело. Я сам ее с трудом иногда сдержу, потому что, ну, накачанная собака становится, что не говори. Ну, вообще она сама по себе вот такая спортивная собака. Знаете, вот есть собаки развалистые такие, перекатистые такие, ходят тын-тын-тын, а это не. Вот, она как была бойцом, так бойцом и осталась. Отступать не отступает, то же самое сейчас. Большая взрослая собака, не взрослая. То же самое, больше его только без разницы кидается, сразу показывает свой характер, что я иду, расступись, море широкое. Вот. В этом шарпеи хороши. Со временем сторожа становится
тоже замечательные. Маленькие собаки могут там, допустим, я в квартире живу, открытое окно. Вот, идем. Ну и собака начинает вот лаять, маленькие собаки еще. А эти потом немного раз-раз, и потом все прекращает. И начинает лаять только, когда кто-то непосредственно подходит к квартире. Да-да, в этом большой плюс. Ну, да, потому что и соседям вашим легче, что подумают, а стоит ли лезть воры в квартиру. Вот. Ну, голос у шарпеев, я хочу сказать, не тявкающий, поэтому гавкает и рычит она по-взрослому. Поэтому в этом, конечно, ну и сила. Особенно если вы шарпея натягаете, там, допустим, на рукав, чтобы она хватка была, ну это будет капец. Вот. Поэтому, чтобы она не сбрасывала. Ну, надо шарпеями, конечно, заниматься, желательно. Вот. Потому что собака, знаете, вот это все-таки собака. Мое мнение то, что я, допустим, в 2 года с видео мое есть все самое лучшее породе собак, шарпей. Вот, я говорил там добрые, то через 5 лет мои взгляды вообще поменялись на породу. Они не то чтобы злые, они, знаете, вот такие, вот с характер такой, настойчивость, все, вот не отойдет, не уступит, ничего. Вот. Если кто-то начинает обижать, то там кто-то что-то подходит, там можно смело ее любому, даже ребенок может вас выводить, собака, ну, единственное, что удержать тяжело. Вот. Собака не разбирается, что там, как там, вот. Она сразу начинает кидаться и защищать хозяев. В этом, конечно, они отменные. Потому что многие тоже, я вот общаюсь, переписываюсь, даже не со своего города, вот, даже не со своей страны Украины, не с Харькова. Идем. Вот, то же самое там с разных пишут. И тоже как сторожа хотят, берут бойцовую собаку, но многие берут для боев. Некоторые берут для боев, но для боев, конечно, я хочу сказать, она не очень годится. Ну, во-первых, жалко. Во-вторых, все-таки, если подходить к этому, вот, сделать акцент объективно, то собака, допустим, она среднего размера. Если взять ее и мастифа, то мастиф, конечно, сильнее, он и больше вот к этому. Ну, допустим, Стаффорд тоже, да, Стаффорд кидается, все, но все-таки, я думаю, наученный мастиф, он победит любую собаку. Вот, потому что мастиф все равно выводили для других целей с самого начала. Ну, как, если кто-то не знает, что в Риме римские легионы, когда Римская империя была, шли мастифы вначале, а потом уже шла армия. Поэтому тоже древняя порода собак. Вот. Что бы еще хотелось сказать? Хозяина, как, ну, в принципе, как и все породы собак, собака признает одного хозяина. Так оно и остается на протяжении всей жизни. Но что слушалось других, тоже, вот, знаете, надо, вот дети у меня тоже, вот не хочет, вот это. Я говорю, ну, так вы занимайтесь ей. Вот, как и все остальные, надо просто, чтобы собака вот именно на вас обращала внимание. Обращала в том плане, что вы добивались от собаки выполнения. Потому что с вами вот у меня, ну, кто-то из детей там говорит, там что-то, так собака не слушается. Я понимаю, что надо вмешаться, потому что собака тоже расслабляется. Вот, булки расслабляет. И потом уже, она, знаете, вот чувствует слабину собака и может, идем, сесть на голову. Вот, поэтому я иногда говорю, что собаки команду делают сразу, и так делают сразу, быстро, потому что понимают, что сказал хозяин. И поэтому надо, чтобы и другие члены семьи этим занимались тоже регулярно. Любовь к вам и близким, это остается тоже у собаки на всю жизнь. Поэтому, знаете, вот это как член семьи у меня.
5-летний сын, уже 6 ему стало, исполнилось. Говорит, это самое, говорит, он тоже имеет такую же фамилию, как и я. Да, так что вот такие они шарпеи. Всем пока.